Антинаркотическая районная акция «Выбери жизнь» направлена на формирование здорового образа жизни у молодежи. При участии в ней у школьников закладывается основа правильного отношения к своему здоровью и окружающей природе. Об итогах акции смотрите в репортаже Тины Копачевской и Игоря Ванчугова. Районная акция «Выбери жизнь» проходит в нашем районе в 13-й раз. Ее организаторы – Управление образования и станция юных натуралистов. Дети своим личным примером показывают, что они увлечены творчеством, что они увлечены экологией, увлечены исследовательской деятельностью, что от этого они получают удовольствие. Те дети, которые выступают на сцене, увлечены танцами, песнями, спортом и так далее. То есть здесь лейтмотив всего мероприятия, то, что пример для всех остальных ребят, которые еще не увлекаются чем-то, которые не посещают учреждения дополнительного образования, это является для них своеобразной рекламой. Конечно же, это пропаганда здорового образа жизни и пропаганда дополнительного образования. На заключительном этапе районной акции «Выбери жизнь» в зале городского дома культуры собрались учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования. Творческие, одаренные, активные ребята. В рамках акции они, выступая на сцене, показали противостояние асоциальным явлениям, которые на сегодняшний день есть среди молодежи. Кошелько занимается научной деятельностью в станции юных натуралистов уже 3 года. На заключительном этапе акции он победил в номинации «Триумф». Самое главное достижение – это мы написали научную работу «Видовое разнообразие чешуекрылых Северного округа города Славянска на Кубани», которая заняла призовые места в аграрном университете. Некоторые экземпляры бабочек у меня хранились еще с детского сада. Мы находили их мертвыми, поврежденными, прибегали к методикам восстановления и реконструкции бабочек. После того, как я собрал коллекцию, мой руководитель, Слюсарь Елена Павловна, предложила мне оформить его в виде доклада, который мы представляли на различных конкурсах. Такие акции помогают подросткам находить себя в этом мире, раскрывают личность, позволяют по-новому взглянуть на жизнь и доказывают, что в мире есть много прекрасного и увлекательного. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».